Так, народ, всем привет! В первоначальном проекте было задумано эту рыбу испечь в духовке. Но после того, как я сделал быструю засолку и попробовал эту рыбу соленой, я поменял все свои планы. И, между прочим, если вы не видели, то ссылка будет в описании на видео быстрой засолки красной рыбы. И решил я ее засолить, только не кусочками, как это делал для быстрой засолки, а вот так прямо вот этими стейками засолить решил. Сейчас снимаю пленку. И хочу сейчас ее засолить, через 2 дня достать, нарезать мелко и продегустировать. Рецепт тот же самый, расчет соли и сахара. 40 грамм соли на килограмм рыбы и плюс 1/3 сахара. Вот, посыпаю обильно, прямо на мясо посыпаю. Мясо возьмет то, что ему надо. То, что там останется, если останется, навряд ли останется, оно стечет, как просто вода. А если соль сверху останется, мы ее потом берем. Вот эта нижняя соль, я ее так подгребаю к рыбке, чтобы она быстрее просто впитывала. Все, рыбка засолена, готова. Сейчас накрываю ее пленочкой и в холодильник на 2 суток. Вот так накрываем пленочкой, подворачиваем и на 2 суток в холодильничек. Через 2 суток посмотрим, что получилось. Вот кусочек стейка, который мы просто засолили, и он просолился 3 дня. И сейчас я его хочу подрезать и показать, что получилось. Такой у него вид. Тоненькими кусочками нарезаем по всей длине. И здорово получается у нас. Ну, просто шикарная рыбка. Просто шикарная. Просто оценить этот кусочек. Смотрите его. Просто супер. Вот так выглядит нарезанная рыбка. Отведал ее, продегустировал. Но вкус очень достойный. Очень достойный, богатый вкус рыбы, красный. Хочется кушать и кушать.